Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Костя Барон. Перед просмотром данного видеоролика победитель с предыдущего видеоролика на 20 миллионов вы сейчас видите на экранах. Если хотите также, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите любой комментарий на тему видеоролика от 4 слов. В этом видеоролике мы вновь поддали набоем, немножко поработаем и подзаработаем себе деньжаток. Да, на моем балансе уже 283 миллиона, но как я это заработал, вы увидите в ближайшем видеоролике. Желаю всем приятного просмотра, а кто кушает, приятного аппетита. Пошел процесс. Так, маленькие заказы. И хорошо оплачиваемые маленькие заказы. Понял, нету. А, ну вот, слушай, 600 тысяч, 12 минут, километр. Мазут, поехали. Мазут завсегда, как говорится, повезем. Сразу первый заказ. Ну, видишь, там платят нормально, вот в чем дело. То есть, так-то относительно всего лишь... Оу. Брат, ты груз просрал? Олежа, что случилось с тобой? Это не я, сразу скажу. Нифига себе, пареньку не повезло. Либо он баг словил какой-то, либо я даже не знаю, что это за фигня. В общем, на родине всегда интересно, всегда весело, ребят. Видишь, так, оп. Задел столб, потерял груз. Нормально. Так, это тут еще еле едет. Давай, брат. Ух, ёб, куда меня понесло? Давай, стейдж третий, спасай ситуацию. Не зря же ты там денег стоишь, ё-моё. Еще можно будет вернуться и еще один груз взять такой же. Просто видишь, чем меньше расстояние, тем лучше. Да и бабки не... О-о-о, братан, нифига себе. Да и бабки не маленькие. Так, ну понятно, груз ты свой, братка... А, не, не потеряешь, нормально, успел вроде. Так, какого-то еще типа здесь с кулака. 963 тысячи, ребят. Ну а что, не деньги, что ли? За пару минут 960 тысяч, миллион, считай, плюсом, нормально. Так, главное, короче, сейчас нормально проехать все. Конечно, в идеале можно по встречке ездить. Знаешь, выгоднее, как говорится, немножко. Но эта фура вроде, если не ошибаюсь, вот это вот шлагбаум легко переезжает. Или что это, отбойник, да? Если она его спокойно переезжает, то... Да, блядь, спокойно она его переезжает, конечно, держи, ага. Блин, ну ё-моё, куда ты меня... Не, ну если по прямой, может быть, она и спокойно переезжает. А так она просто повисла у меня, да? Стоять! Да давай ты, ё-моё! Грёбаный тягач. Во, все, наконец-то. Давай, поехали. Ну теперь один хрен нам разворачиваться надо там. Короче, не, плохая идея, ребят, не делайте так. Хотя... Не, нормально, можно делать. Но, в принципе, мы то же самое время потратили, что и там ехали бы. Эх, ёпты, что там происходит? Ребята, вы откуда тут все нарисовались? Вон, еще одни едут. Давайте, берите уже свои грузы, валите отсюда нахрен. Давай, молодой, проезжай, проезжай дальше. Окей, отлично. Тише ты нахер. Че, может, проедешь? Нет. Встал ни туда, ни сюда, ё-моё, с своим прицепом. Ну, давай, наверное, латунь отвезем сейчас. Во-первых, я знаю, куда это везти, эту латунь. Да, точно знаю, куда это везти. Оп. Тихо. Сорян, брат, бывает. Я знаю, куда везти, сейчас я это дело отвезу. И потом уже, наверное, возьмем какой-нибудь более большой, ребят, заказик. Видишь, деньги все равно идут. Ларцов, правда, нет ни хрена. Один ларец только был. Не то такой себе. Типа как-то маловато. Я надеюсь, хотя бы на ларцов 5-6. Тоже денежка капал. Но для ларцов надо как раз-таки вот большие заказы, ребят, брать. Чем дольше заказ, тем лучше. Так, это что тут такое нахер? Машины оставляет свои. Еще что-то. Что вообще здесь происходит, ё-моё? Я не знаю, ребята, вот за все время, пока я здесь дальнобою, ты никогда не соскучишься здесь. Вот реально. Потому что постоянно что-то с фурами происходит. Кто-то тебя подрезает, кто-то тебя ДМит, кто-то еще что-то делает. Реально, это максимально интересная вещичка идет. И просто, ну, не знаю, мне нравится лично дальнобой. Вон, мент едет какой-то с синим клестом. На самокате по встречке. Молодец, братан. Просто красавчик. Лучший. Я только не понимаю, нахрена я в какой-то... Че, ментовской участок?
Хрена им латунь? 609 тысяч. Ладно, спасибо и на том. Все, теперь время отсюда сваливать. И вот сейчас реально будем брать, ребят, большой заказ. Посмотрим, дает ли сейчас ларец или нет. Но на большом должно дать. Я опять штраф получил. Ладно, не суть. 8600 уже, ё-моё. Давай, ладно, это не самый крупный, конечно, заказ, но... Во всяком случае, за 8 минут я его точно довезу. Если не разобьюсь, конечно, нигде. И получу 1900, наверное. Но не получу ларца, к сожалению, я так думаю. А Малис уже зеленые, чисто светофоры ловим. Кстати, я не заметил, сколько прибыли было, но я думаю, не меньше миллиона. И ларца, к сожалению... Никакого нам не дали. Ой. Груз на базу, скотина. Сука, ты еще здесь? Груз на базу, ёпта, не ваше, не трогай нахер, чужое. Хули вы чужое трогаете, ёпта. Вот так вот и бывает, ребята. Вот такая тема, видишь, воруют грузы просто. Потому что они никак, о. Ну, блядь. Баш на баш, нахуй. Ха, сука. Как говорится, украли у тебя, укради ты. Давай, удачи. Куда ты, ёптать? Все, давай, брат. Не, ну, как бы другое дело, брат. Ты сам этот груз отцепил, типа. Нормально, ладно. Сперли у меня, спер я груз. Ну, как бы, как будто бы нормально. Но, правда, не у другого типа. Ладно. Не суть, сейчас этот груз все равно бросим. Прикольная тема, конечно. Но вот эту штуку, блин. В идеале бы ее профиксить, знаешь, чтобы нельзя было брать грузы других людей, чтобы он как-то привязывался к тебе, что ли, этот груз, я даже не знаю. Блять! Чё ты делаешь, Ара? Ты серьезно? Зашибись. Офигенно. Ну все, нахер надо. Короче, такую тему, это вообще жесть какая-то.